ты рекордсмен. Птица, которая не умеет летать, зато умеет бегать со скоростью 70 км в час. Страусы – обладатели самых длинных ног среди птиц. Они откладывают саду в разных уголках Намибии. В суровых условиях пустыни две пары страусов приняли разные решения о том, когда заводить семью. Каждой паре нужно выбрать время для брачных игр таким образом, чтобы птенцы вылупились к началу сезона дождей. Если паре это не удастся,